я прыгаю 36 лет, а собака третий год. Ну, собака служебная, должна уметь делать все необходимые действия, которые делает и спасатель. У нас же парашютно-десантная, поисково-спасательная служба. Ну и кроме того, хотела сделать хорошую, красивую фотографию. Вот под нее мы и тренировались. Она себя как ведет в небе? Спокойно? Абсолютно спокойно, как нормальный парашютист. Но в первый раз, может быть? А с первого раза у нее все получилось хорошо. Так хозяин рядом, и она, как бы, в общем-то, спокойно. А у нее экипировка, может, специальная? Да, конечно, безусловно. У нее своя подвесная система, у нее даже очки есть.